То есть 6 сентября в этом году, то есть вот буквально несколько дней назад, на Международном конгрессе в Лондоне, Великобритания, были предоставлены исследования Европейского респираторного общества. Их исследования основаны на анализе и обследовании 400 тысяч человек, друзья. И эти анализы показывают, что воздействие антибиотиков на ранних стадиях жизни, то есть деток, связано с повышенным риском развития аллергии в более позднем возрасте. И вот какие факты. Что ждать после приема антибиотиков? Использование антибиотиков в раннем детстве – это причина повышенного риска экземы от 15 до 41%. Использование антибиотиков в раннем периоде жизни также повышает на 14-56% риск развития полиноза в более взрослом возрасте. Кроме того, если пациенты получали лечение двух курсов антибиотиков по сравнению с одним, то реакция организма в будущем провоцировала сенную лихорадку и экзему. Это сказали ученые. Сами медики. Вот такие последствия может привести использование современных лекарств. Что особенно страшно, полную картину последствий можно увидеть, друзья, только спустя несколько лет. То есть или десятилетия во взрослом возрасте, когда уже будет антибиотиками, все системы нарушены. Нарушаются немедленно, да, то есть вот поэтапно. И потом вот, да, люди в 40 лет, в 50 лет вдруг появилась экзема, вдруг появились псориазы. Вот отсюда, откуда они идут, вот оттуда они идут. Потому что, например, мое поколение, они лечились, естественно, ангину лечили только антибиотиками.